Я думаю, что тоже вся эта, весь этот страх к исламу навязан Западом. Я читал, в отличие от вас, Коран. Нету там ничего террористического. Нет там такого убить иноверца. В православном храме Святой Екатерины, что на Синае, есть охранная грамота, написанная пророком Мухаммедом, что христиане наши братья. И там стоит его подпись. Я это лично видел сам. Но это было до крестовых походов. Ненависть между христианами и мусульманами разожгли христиане. Это точно такие же, как сегодня в Европе командуют. И это сделали крестоносцы. Нету этого. А у России надо учиться жить в дружбе с мусульманами.